Когда мы только приехали в Тульчу, мой ребенок в связи с этими обстоятельствами, наверное, немножко был скованный, испуганный и не особо, наверное, как-то коммуницировал с детками, переживал немножечко, был закрытый. Утром он меня будет с утра, чтобы пойти в садик. Вставай, мама, я хочу уже в садик, пошли. Поэтому он очень любит садик, ему очень нравится вот именно этот садик посещать. Atunci când lucrezi liber și nu ești oarecum dirijat de către ceilalți, ai mai multă încredere în tine, că poți face un lucru, ai inițiativă, la fel ca și copii. Он здесь уже приобрел своих друзей, мы с ними играем в машинки, в конструктор они играют. Я успокоилась, потому что у Лего очень приятные цвета. Мы общаемся между собой, все украинские родители, обмениваемся какими-то своими впечатлениями, да, эмоциями. И абсолютно все родители сделали такой вывод, что дети стали лучше. Спустя год они приветливы, они как-то раскованнее, наверное, стали больше. Как-то изначально первый год, наверное, на всех как-то нас сказывался так. Дети особенно это чувствуют, да. И где-то не стеснялись, переживали, то спустя время садик как-то им забыл, наверное, помог забыть, да, те эмоции, которые они, возможно, пережили, где-то какой-то испуг или еще что-то. Сейчас они более открыты стали.